Казахстан презентовал международную специализированную выставку «Астана-экспо-2017» на 47-м благотворительном базаре НАТО в Брюсселе. Часть собранных средств будут перечислены пострадавшим от терактов Парижа. В ежегодном мероприятии участвовали 42 страны мира, кроме государств, членов Североатлантического альянса. В нем задействованы участники программы «Партнерство ради мира», в число которых входит и наша страна. Наш собственный корреспондент в Бельгии Жанат Эрнст прошлась по рядам традиционной благотворительной ярмарки. Красочные стенды из более чем 40 государств мира пестрят самым разнообразным товаром. Это поделки, изготовленные своими руками, и сувенирные продукты разных стран, которые можно найти только здесь. К примеру, грузинское домашнее вино или голландские сыры, оливковое масло из самой Италии или сладости из Турции. В этом же ряду и наша визитка – казахстанский шоколад. Каждый год мы активно участвуем в этом мероприятии, потому что средства, которые будут собраны в результате продажи всех сувениров, еды здесь, будут направлены во все благотворительные организации. В этом году их 56 организаций, ассоциаций благотворительных, как в Бельгии, так и в мире. И нам очень приятно, что в этом году мы участвуем во всех трех номинациях, если можно так сказать. Это и культурная программа, и, конечно, это основной стенд. И мы решили его посвятить Экспо-2017, чтобы побольше людей знали о том грандиозном проекте нашей страны. Один из самых ярких стендов у Казахстана. Мы впечатлены представленной продукцией. Украшения и национальная одежда, брошюры и буклеты о Казахстане. И это очень удобный момент для презентации своих возможностей, таких как предстоящие в Астане Экспо-2017. Ваша страна развивает зеленую энергию, и нам приятно, что и мы тоже являемся частью этой работы. Еще одно яркое впечатление всей ярмарки – это фэшн-шоу, которое продемонстрировали казахстанки в традиционных национальных костюмах. Грациозное шествие по подиуму в камзолах и стилизованных накидках надолго запомнится гостям и участникам ярмарки. У казахстанского стенда национальной кухни, конечно же, нужно попробовать горячие, только что испеченные казахские баурсаки. Казахстанский курд – самый уникальный сыр из тех, что я пробовал. Я не знаю, сколько людей все это готовили, но у вас очень красиво и вкусно, особенно баурсаки. Я с большим удовольствием посетил недавно вашу столицу Астану. Очень красивый город, так же, как и ваши прекрасные женщины. В следующей поездке я планирую быть подольше в вашей стране. Более 100 тысяч евро собирается за год мероприятий благотворительного базара НАТО. Треть из них выделяется бельгийским благотворительным организациям. Еще две части – международным ассоциациям помощи больным и бедным. Но есть и срочные пожертвования, в которых кто-то в этот час нуждается незамедлительно. И в этот раз, по велению сердца всех участников выставки, эта помощь будет направлена пострадавшим в парижских терактах. Жанат Эрнест, Жомарт Ахметов, 24 КЗ, Бельгия, Брюссель.